Здравствуйте, уважаемые подписчики. Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Вы на канале Поженит, это Омская область. У нас вечер. Пошел я встречать коров со стада. И заодно сейчас накормлю собаку. Я иду через сеновал. А, вот она, кастрюля твоя. Ты все съел? Ой, какой молодец. Наешь, на. Молодец, кушай, кушай. Кушай, ням-ням-ням-ням. Кушай. Нет, я тебя не буду трогать, ты ешь сам. Все, помогать тебе нужно. Порычи маленько, порычи. Че? Че такое? Ну, кастрюлю ищем. Нет, я тебя не буду трогать. Ладно, кушай. Меня спрашивали, тут увидели сено накошенное. И спрашивают, зачем столько сена. Странный вопрос, как зачем сено? Сено для того, чтобы кормить коров. Хорошо, потом у меня спросили, сколько же у меня голов. А голов столько, сколько мы можем обработать. Подоить, накормить. Все в меру сил. Сейчас я просто пойду сейчас через сеновал. Шифер лежит на земле. Пойду через сеновал и сразу пойду коров встречать. У меня сеновал загорожен, но я пройти могу. Забор маленько придется перелезть. У меня сеновал тут окошен, опахан. У всех коровы по-разному. Смотрю другие каналы, смотрю, люди вообще в стадо не выгоняют, у них нету коров. Вот колючка прицепилась. Вообще стада нет. У нас на всего 3 стада. Мы коров своих выгоняем в общее стадо. Вот сейчас 8 часов идем их встречать. Жена пошла со своими там дорогой с женщинами. А я отдельно. У нас получается вот здесь вот не по улице коровы некоторые ходят, а идут мимо сеновала. В общем, сухая трава в поле. Кормить особо есть им там нечего. И они домой идти не хотят, а бегут вот в эти бурьины. Здесь прячутся и едят. Трава в поле сухая, здесь более-менее еще влажность сократилась. Старается наесться. Вот приходится каждый раз ходить их встречать. Жена одна не справляется. Хожу, помогаю. Вот сейчас, если получится заснять коров, то покажу. Я, конечно, снимал до этого. Покажу. Ну, народ, в общем, возмущается, не хотят. Не хотят, чтобы их видели. Ладно, я буду стоять, да? Вот она, стадо появилось. Там женщины идут, встречают. Сейчас наши отделятся и пойдут в нашу сторону, с нашей улицы коровы. Вот они с нашей улицы коровы отделились и поворачивают в нашу сторону. Мои, вот они все пёстрые. Солочи. Отделились несколько штук и бегут по кустам, по буринам. Ну-ка, пошли назад! Ой, блин! Ой! А тут такие бурьины, что на уровне человеческого роста их тут не найдешь, где они прошли. Ой, блин! Ну! Одну выгнал, другая прется. Ух ты, елки-палки, сейчас у меня получишь. Я прокос сделал. Палок полно.
репья выше роста человеческого. Один черт лезет туда. Это не все. Часть убежала куда положено по дороге, а эти по закоулкам. Вот сейчас пошли по огородам. Сейчас будут тыкву искать. Все тропинки, все дорожки знают, где пройти можно. Ходить невозможно. Комарья, репья, крапивы. Один хрен бегут. А, картошку нашли. Вот что дело. Ребята подтягиваются домой. Молодня. У нас стадо не ходит. Так их зацеиваем, поем, выпускаем. Но ходят они всегда в одно и то же место. У нас не принято держать. Потому что у нас благополучное село. Бывает, конечно, попасть. Но крайне редко. У нас телят выпускают. Вот от моих пёстрых коров. Беловодка, телята, она уже покоится. Травы в поле нет. Коровы уже сейчас едят сено. Что делать? Почему большой расход сена? У нас зимой получается один рулон в день. А зима, считай, лето уже началось. И вот спрашивали, почему много так сена. Потому что коровы круглый год у нас считают, питаются одним сеном. Сочной травы нет, а домой приходят и наедается сено. Молока резко сбавили. Кому интересно было, поставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал. Всем до свидания.